Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по сайту PR2 Profi. Друзья, вспоминаем старый добрый сайт, который работает, платит. Что у меня здесь произошло? Мне было не зайти, значит, в кабинет долгое время. Вот. Но я же работаю на серфинге, и люди рекламируют этот проект. Думаю, что они рекламируют? Он скам. Уже как бы и не зайти туда. И я, значит, скопировала название. Я его удалила. Так как, что мне его держать, раз мне и на сайт-то не зайти. Вот. И я при помощи, там было написано, кто рекламировал, как бы в рекламе, что вход через VPN. И я включила VPN, скопировала название. Вот у меня включен VPN. И я зашла. По электронной почте, по паролю, все замечательно. А он-то, оказывается, и работает. Это я столько времени пропустила. Конечно, было жалко удалять, но что сделать? Понимаем, да, что в интернете у нас вечного ничего нет. Все рано или поздно заканчивается. Но, тем не менее, проект работает. Я вчера сделала вывод. Значит, Pair. Так, число у нас. Вот оно, число. 13 число, 11 месяц, 22 год. Я выводила $5.12. Это в рублях. Мы зарабатываем здесь в долларах. Вывод производится в рублях. 308 рублей. Вот. Ну, на Pair, естественно. Если мы зайдем на почту Pair, 308 рублей 53 копейки. Значит, 308 53. Работает, платит. У меня было установлено, я работала с трех устройств, ну, на двух компьютерах у меня было установлено и на телефоне. Опять я буду это все делать, как бы, вот, чтобы был доход. И в данный момент у меня вот идет пока что еще на одном компьютере. Далее, что еще хочу добавить. Есть вот, в общем, я перешла по своей реферальной ссылочке. Меня перебросило в Telegram, друзья. Вот. Меня перебросило в Telegram. Ой. И там Telegram-бот, он как в кабинет, оказывается. Там все меню, вход прописываете, запустить бота, прописываете email-адрес, у вас запросит пароль, прописываете пароль, и там все по-русски. Все понятно, все меню, ваш баланс, ваш доход, реферальная ссылочка, все-все-все в Telegram-бот. Так что, кому интересно, работайте, зарабатывайте, но неинтересно, пройдите мимо. В принципе, это и все. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч!